Всем приветик, с вами Тоха. Ну шо, вышел, только что недавно скачал обновление трактора МТЗ. Не знаю, что тут сделали ему. Гидравлический шланг еще нет, сейчас посмотрим. Вы уже меня видели его в прошлом видео. Этот, тут что-то вроде поменяли, что-то с колесами, там что-то еще, что-то какие-то там поправки эти. Сейчас мы, ребят, посмотрим. Сели в него. Так. Вроде завелся. Давайте. Свет. И галочки тоже работают. Так. Звук тоже вроде бы. Мне сейчас интересно проверить гидравлические шланги. Нет, так и не сделали, ребят. Шланги гидравлические так и не сделали. Нет. Жаль, жаль, но не поправили шланги. Вал отбора работает, а вот шланги, ребят, так и не сделали. Почему-то не сделали. Вот так. Звук тут есть. Да, шланги так и не сделали. Жаль. Вот почему, не знаю. Ну, вроде не прописали гидравлические шланги ему. Так. Вот так-то на вид трактор хороший вроде бы. Не знаю, что тут изменилось, но тут какие-то изменения в нем прошли. Видите, какие колеса. Парочка какая бомбейская. Так. Давайте, ребята, наверное, возьмем какой-то. Там наше поле есть вроде бы. Возьмем культиватор какой-нибудь. Кстати, а сколько у нас? Давайте посмотрим на него. У нас остается почему-то в средних тракторах. Почему-то я не знаю. Он 303 лошадиных силы. Тут только бренд колес выбирается. Стандартные, широкие, двойные. Вот так. Все фишки его. Ребят, 40 километров, 470 литров бак, 303 коня. Так. Сейчас давайте возьмем дисковый какой-то борону ему. Нет, этот, хотя можно попробовать 340, а у нас 303. Давайте посмотрим на физику, подтянет он или нет. Давайте, ребят. Так и не сделали гидравлические шланги. Я так ждал, что их поправят. А их почему-то не сделали. Поехали в наше поле. Если я, ребята, моды пробую. Это кто спрашивал, что за карта? Карта Ростовка, карта приватная. Ее в интернете нету, и то это бета-версия, ребят. Обновления еще не было. Вот так, ребят. Вы ее в интернете не найдете. Так. Поехали. Посмотрим, чего он будет. Ну, тянет. Ребят, работничек тоже, ну, работает, тянет он, тянет. Да, да, ребят, тянет наш товарищ, тянет.
12 километров рабочие. Ну, можно сказать, что работает. Видите? Оп, мы отошли, он пошел. О, вот так работает. Работник нормально, ребят. Ну, как сказать, трактор на вид ничего, нормальный, но вот одно но, не сделали гидравлические шланги. Ну, ссылочку, как всегда, я оставлю, ребят, в описании. Кому будет интересный мод погонять, так просто поездить пока есть. Кто может поправить, поправит, ребята. Все, я не знаю, моды я не делаю, это к авторам мода, ребята. Так, всем еще раз спасибо за просмотр. С вами был Тоха, ребята. До следующих обзорчиков, для стримчиков жду вас на своем канале. Все, ребят, подписываемся, ставим лайкосик. И желание помочь на развитие канала, ссылочка на Донатик в описании, ребят. Ссылочка на группу ВКонтакте тоже есть. Всем пока. Увидимся, ребят.